Команда правительства бросила вызов лидерам фестиваля ночной хоккейной лиги. Ледовые дружины провели товарищескую встречу. Подробности в следующем материале. Это один из самых напряженных моментов матча. От гола команду правительства спасла только реакция защитников. На льду скрестили клюшки достойные друг друга соперники. Голевых моментов и красивых пасов на этом матче было немало. Вот так члены правительства региона на своем примере популяризируют массовый спорт. В республике количество поклонников хоккея увеличивается. То, что мы играем, и то, что проект «20 век», там же практически возраст не ограничен. Это очень такое хорошее движение. Это популяризация вообще здорового образа жизни, в здоровом деле, здоровый дух. Вот это самое главное ключевое такое слово. Победителем товарищеского матча стала команда «Энергия 20 век». Счет игры 7-5. Недавно ледовая дружина «Энергия 20 век» стала и победителем отборочного этапа фестиваля среди команд-любителей. Хоккеисты отправятся в Сочи 4 мая. Там стартует финальный этап. Дмитрий Ковалев, Республика.